Очевидно, что демографического чуда без должных усилий не произойдет. Мы должны работать над этим. Мужчины должны пыхтеть над своими женщинами и день и ночь не покладая брюк. А женщины, в свою очередь, должны рожать как не в себя, желательно сразу двойнями, а еще лучше пятернями. И как глава государства я инициировал до 2030 года выделить 700 триллионов рублей на создание первых в стране женских центров стратегического обрюхачивания.